Так, кто там на галерке заказывал? Я прошу, но вот на галерку аккуратно не расплескать, передай. Не дойдет! Дед Денис, а чего он только с верхнего там надавил? А тут год другой градус. Хорошо. У нас новый конкурс. Перед антрактом. С возвратом. Значит, нам нужно два добровольца, владеющих высокохудожественным. Поэтическим слогом. Слогом, да. Вот два добровольца. Ну, а чтобы они сами вызвались, указывать-то вот. Кто рискнет? Два. Это рифма угадывает. Вот. У меня задание будет, подожди, сейчас выберу. Кто второй? Первый, давай. Да, да не бойтесь, ничего страшного. Это не прямо сейчас у вас да, время это будет. Это не прямо сейчас. Выходи. Сейчас будет время. Да, сейчас будет время. Мы на антракт выдадим вот два вот таких свитка. На одном надо будет написать воду Дионису, а другую воду мне, ну, Аполлону. Первые строчки мы уже записали. То есть вот у нас же клуб музыкальный, поэтому у нас они, первые строчки есть, заданы. До, ре, ми, фа, соль. Ну, все все знают, правильно? Наших, так сказать, участников. Давайте познакомимся. Представим. Михаил Федоров. Представься. Оксана Ежакова. Кого? Александр. Саша. Александр. Вот пусть выбирай, кому? А Дионису или Аполлону? Александр и Михаил, кто кому будет? Одинаковые. Одинаковые, да? Кто? Ну, потом еще раз, кто? Сергей, Дионисон, Аполлон. Саша, бери Аполлона. А вы не забывайте, что Аполлон – это бог порядка. А, да, Дионис – это как бы так всего противоположного. Бог финала. А искусство? Да, задание, значит. А искусством они оба занимались. Итак, задание мы раздали. Сейчас вот в скором времени наступит перерыв. После этого перерыва мы снова вызовем наших конкурсантов. И они будут петь нам дифирамбы. Да. Класс такой. А мелодия есть? Нет, без мелодии. Это образное выражение. А сейчас еще раз поприветствуем наших конкурсантов. Александру Лукашенко. А прямо сейчас петь нам будет город Полевской. Малахитовая гостиная.